И в завершении выпуска традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск», о чем расскажут своим читателям журналисты печатного издания. Как будет выглядеть новая воздушная гавань Кольского Заполярья и какую поддержку реконструкции аэропорта Мурманск готов оказать федеральный центр? Денежки получать любят, а работать нет. Публикация под таким заголовком рассказывает о том, чем обернется для управляющих компаний их нежелание работать. Журналисты «Вечернего Мурманска» выяснили, как долго могут прожить в доме тигр, цыпленок или леопард, сделанные из обычных цветов. Читатели «Вечерки» также узнают о том, откуда на участке возле частного дома на улице Боровое взялась самая настоящая бомба и как мурманчане помогли питерцам, попавшим в аварию в районе Териберки, вернуть домой их пропавшую собаку.